А мы продолжаем подводить итоги года ушедшего. Одно из самых запомнившихся событий 2016 международного уровня – это референдум в Великобритании о выходе из Евросоюза. Это событие стало известно во всем мире как Brexit. Знают ли россияне, что знает, значит это слово? Это очевидно. А вот мы решили спросить у самых юных наших соотечественников. Brexit? Вид танца. Какой ты он тогда? Что это за танец? Ну, наверное, похожий на брейк данс. Потому что название очень похожее. Ну, или песня какая-нибудь. Брейк данс совмещен с хип-хопом. Трактор. Модель такая, да? Угу. А почему трактор тебе кажется? Потому что он дрчит, да? Брекзит. Ну-ка, как он говорит? Брекзит. Как тигр. Брекзит. Бандит. Он пушелец большой. И у него черные глаза большие. Я считаю, что это такая порода собак. Это такая песня, которая все время играет только одна гитара. Ну-ка, может, споешь что-нибудь просто, например, ритм какой там, та-да-да или как? Там и так не похожи даже по цвету кожи. Танец круг и руки выше, пусть нас здесь каждый услышит, воу.